Добрый вечер, меня зовут Орлянский Пауль, мне 30 лет, и я профессиональный актер драмтеатра и кино. Я закончил в 2016 году СПБ ГАТИ, мастерская Черкасского Сергея Дмитриевича. На данный момент я проживаю в Москве, но вообще я живу между двумя городами, это Берлин и Москва. Я знаю свободно три языка, это английский, немецкий и русский, как вы, наверное, заметили. На данный момент я все-таки больше склоняюсь к кино, но все же про театр не забываю и принимаю в нем участие в некоторых интересных, мне интересных проектах. Это больше не коммерческая вещь, а просто для интереса, но все-таки я в них принимаю участие для тренинга. Надеюсь, что мы с вами увидимся лично. Приятного вечера. До свидания.